Вартовчанка Любовь Кузнецова сегодня получила ключи от новой квартиры. Напомню, однушку площадью 40 квадратов на улице Льва Толстого она выиграла в викторине «Энергия развития Югры». Победительница считает себя почти коренной югорчанкой. В столице Самотлора она живет с 79 года. Сейчас на пенсии, у нее двое детей и 8 внуков. Квартиру Любовь Кузнецова получила под ключ. В ней сделан ремонт, установлена сантехника и электрическая плита. Можно заселяться и жить. Я посмотрела на дубльгиз. Все, тут, в общем-то, обжитой микрорайон. Квартира-то сама нравится? Квартира отлично. Вообще стройдеталь все лучше и лучше строит. Сначала дочь моя, когда получала, у них там где-то обои были какие-то не такие. А здесь вот вообще замечательно. Вот заходи и живи. Двери очень хорошие. Ну, ванна, ну, в туалете даже крышка есть. В общем, все отлично. Напомним, что всего в викторине «Энергия развития Югры» были разыграны две квартиры в Сургуте и Нижневартовске. Также среди ценных подарков – автомобили, сертификаты в крупные гипермаркеты, бытовая электроника. Порядка 40 тысяч жителей автономного округа получили ценные подарки. Процесс был несложный, удобный формат регистрации, ответы на вопросы. Я проходил, тестировал, участвовал в регистрации и для того, чтобы понять, что это такое, но сам не в розыгрыше не участвовал во избежание счастливого случая и последующих толкований.